А теперь к происшествиям. 31 января в 4:15 на 10-м километре автодороги Муром-М7 «Волга» столкнулись ВАЗ, трактор и КАМАЗ. 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигаясь со стороны Чедаева в сторону Мурома, не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий трактор МТЗ-82, которым управлял мужчина 1980 года рождения. В результате аварии трактор вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем КАМАЗ, за рулем которого находился 56-летний мужчина. В результате столкновения грузовой автомобиль съехал в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель ВАЗа. У него ушиб грудной клетки. И машинист трактора, у водителя черепно-мозговая травма. Оба пострадавших находятся на амбулаторном лечении.